каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Сегодня госавтоинспекция Тулы совместно с министерствами дорожно-транспортного комплекса и образования региона, а также столичной мэрией провели пресс-конференцию об итогах 2018 года. Так, по данным ведомства, за прошлый год по республике в дорожно-транспортных происшествиях погибло 92 человека, в том числе двое детей. За 2018 год мы наблюдаем продолжающуюся тенденцию к снижению аварийности на территории республики. За 12 месяцев основные показатели аварийности стабилизировались. Зарегистрировано снижение количества ДТП на 2% в абсолютных цифрах. С 539 ДТП уменьшилось до 530 в 2018 году. Также числа погибших участников дорожного движения на 7%. В 2017 году было зарегистрировано 99 погибших. В 2018 году 92. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий также снизилась и составляет 10,5 вместо 11,3 в 2017 году. Активная пропаганда правил дорожного движения в школах и детских садах, предупреждение нарушений дорожного движения с детьми, оказание помощи ГИБДД – все это входит в обязанности Миноборнауки. Однако не стоит забывать и о роли взрослых в воспитании детей, в частности, в правилах безопасности на дорогах, отмечает заместитель министра Светлана Ощепкова. В прошлом году 23 ребенка пешехода получили травмы из-за вины взрослых. 12 детей находились на пешеходном переходе вместе с родителями, либо с бабушками, с дедушками. Не соблюдают правила дорожного движения взрослые и, соответственно, страдает ребенок. 11 детей, обратите, пожалуйста, внимание, в каком возрасте? В возрасте до 7 лет, то есть когда ребенок вообще не должен находиться на улице без взрослых, находились на улице без взрослых, без сопровождения взрослых. Это говорит о халатном отношении родителей, бабушек, дедушек, родственников именно к безопасности жизни и здоровья собственных детей. В ходе встречи также были затронуты вопросы освещения улиц, особенно рядом со школами. Так, за прошлый год мэрия Кызыла установила фонари на 6 улицах столицы. Нами сейчас ведутся переговоры с Ростелекомом о том, чтобы мы заключили долгосрочный контракт, где будет происходить замена уличного освещения вот этих всех старых световых ламп на энергосберегающие лампы. У нас появится приличная экономия, которую мы будем направлять как раз для устранения вот и освещения улиц, нерегулируемых перекрестков, ну и в целом города Кызыла. Самой вопиющей и безобразной причиной аварий остается езда в нетрезвом виде. Водители не пугают ни санкции, ни тюрьма, ни риск остаться без прав и покалечить жизнь себе и другим. По вине любителей пьяной езды в республике произошло 109 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 33 человека погибли и около 200 получили травмы разной степени тяжести. Нам не приходится ожидать увеличение количества инспекторов на дорогах, потому что продолжается реформа МВД, и она не предусматривает увеличение личного состава, а наоборот продолжает оптимизацию личного состава. Поэтому приходится вырабатывать новые способы, методы работы для снижения аварийности. Это включая и те мероприятия, которые связаны с приведением нормативное состояние улично-дорожной сети, значит, как устройством улиц, дорог, средствами дорожного регулирования и так далее, развитие фото-видеофиксации. Поэтому я надеюсь, что мы сохраним эту тенденцию к снижению аварийности. Как отмечает начальник управления ГИБДД региона Андрей Светышев, в этом году будет увеличено число сотрудников отдельной роты ДПС, что позволит более жестко контролировать ситуацию на дорогах. На сегодняшний день именно инспекторского состава 39 сотрудников, но с 1 февраля
очередной приказ об штатных изменениях. И там мы сокращаем аппаратных работников и увеличиваем количество инспекторов ДПС до 50. В правилах безопасности дорожного движения необходимы комплексные меры. Это и подготовка водителей, и работа по пешеходам, детской безопасности, и активная гражданская позиция. Именно поэтому госавтоинспекция призывает граждан сообщать о случаях ДТП и подозрительных водителях в дежурную часть. Согласно официальным данным Международного эпизоотического бюро, в Монголии 9 января текущего года была зафиксирована первая вспышка африканской чумы свиней. Заболевание выявлено у домашних свиней в Аймаке-Булган, расположенном в северной части страны. Подтверждена гибель 85 животных, 214 свиней уничтожено. В настоящее время в Монголии проводится комплекс мероприятий для ликвидации заболевания и недопущения дальнейшего распространения чумы. Управление Россельхознадзора Республики Хакасия, Тувы и Кемеровской области напоминает, что к вирусу восприимчивы домашние дикие свиньи всех возрастов в любое время года. Смертность животных при этой болезни достигает 100%. В настоящее время специфические меры профилактики и лечения данного заболевания отсутствуют. Переболевшие животные являются пожизненными вирусоносителями. При выявлении очага инфекции проводится полное уничтожение свинопоголовья, а также ликвидация всех свиней в радиусе 5 километров от него. С целью недопущения проникновения опасного заболевания на территорию России, на приграничной с Монголией территории в пунктах пропуска Хандагайты, Цаган-Толгой и Шарасур усилен контроль за ввозом животных, продукции и сырья животного происхождения, а также кормов. Профильный комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в понедельник рекомендовал Палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий процедуру блокировки недостоверных и искажающих факты новостей. Законопроект о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, так называемых фейковых новостей, был внесен в Госдуму 12 декабря. Авторами инициативы выступили глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. Законопроектом предлагается запретить публикацию в СМИ и интернете недостоверной информации. В дополнение к инициативе на обсуждение парламентариев вынесены сопутствующие поправки в Кодексе России об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нарушения вплоть до ареста. Поставщики требуют запретить торговым сетям перепродавать продукты более мелким магазинам. С такой просьбой они обратились к вице-премьеру Дмитрию Казаку, сообщает «Коммерсант». Свои подписи под сообщением в письме поставили главы Русбренда, Руспродсоюза, Союза производителей алкогольной продукции и других крупных ассоциаций. Суть в том, что ритейлеры перепродают товары, полученные от производителей со скидкой, небольшим магазинам. В итоге они сохраняют скидку за объем продаж, но до реального покупателя эти скидки не доходят. В то же время производители дают скидку на свой товар 30-50%. Кроме того, эта практика позволяет ритейлерам нарастить свою долю на рынке в обход ограничений, которые сегодня составляют 25%. У крупных сетей даже появились оптовые бренды для такого вида продаж. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 36 копеек, а евро 75 рублей 55 копеек. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. Региональный следком разыскивает отравившихся шаурмой граждан летом прошлого года. По версии следствия, в период с 12 по 16 июля в инфекционную больницу массово обращались граждане с признаками острой бактериальной кишечной инфекции. Все пострадавшие указали, что ели шаурму в закусочной «Шаурма-24». Следствием установлено, что источником инфекции послужило куриное мясо, которое было испорчено из-за нарушения технологии приготовления, неправильной обработки и хранения. –
По предварительным данным, в указанный период в больницу с признаками отравления обратилось всего 207 граждан. По уголовному делу в качестве потерпевших признано и допрошено 101 лицо, в отношении которых проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы. По уголовному делу в качестве потерпевших признано и допрошено 101 лицо, в отношении которых проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Для обеспечения полноты предварительного следствия необходимо установить еще 106 человек, которые с 12 по 16 июля 2018 года обращались с признаками отравления в инфекционную больницу города Кызыла. Однако по получению необходимой помощи ушли, не оставив своих полных данных. В связи с изложенным следствие обращается гражданам, обращавшимся в инфекционную больницу, о необходимости явиться в следственный отдел по городу Кызыл, расположенный по адресу город Кызыл, улица Горная, дом 28, для проведения необходимых следственных действий. В минувшие дни в Кызыле прошел республиканский командный турнир «Математические бои» среди учащихся 5-8 классов. Математический бой – это не только соревнование команд и умение представлять свои обоснования ключевых моментов решения математических задач, но и умение проверять чужие решения и выдвигать контраргументы. Целью республиканского турнира является повышение уровня подготовки учащихся 5-8 классов по математике, развитие интереса к предмету, воспитание командного стиля работы школьников на интеллектуальных соревнованиях. На турнире встретились 70 команд из всех районов республики, в том числе городов Кызыл и Ак-Довурак. Также свою команду направило Кызыльское президентское кадетское училище, которое в прошлом году показали отличный уровень подготовки. Главный приоритет регионального здравоохранения на 2019 год – модернизация онкологической службы. На заседании Министерства здравоохранения по итогам 2018 года и задачам на 2019 год был затронут вопрос участия республики в национальном проекте здравоохранения. Проект, разработанный Минздравом России, включает 8 направлений развития здравоохранения. Глава Тувы отметил, что необходимо сосредоточить усилия на ключевых направлениях, чтобы не распылять ресурсы и в кратчайшие сроки достигнуть осязаемых результатов. Тактика действий должна быть примерно такой же, как в случае с созданием Центра сосудистой хирургии в Кызыле. Вокруг него удалось сформировать команду мотивированных молодых врачей, которые обеспечили прорыв в создании базы для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся одной из главных причин смертности в Туве. Сегодня Центр успешно проводит ряд высокотехнологичных операций, для проведения которых ранее жителей республики приходилось направлять в другие регионы. Для региона в первую очередь нужно сосредоточиться на развитии онкоцентра. Заложить такое же, как в случае с Центром сосудистой хирургии, ядро жестко заряженных на перспективу профессионалов. Их энергию и ум надо бросить на создание в первую очередь эффективной системы раннего выявления онкологии, всесторонней и квалифицированной помощи больным. На первом республиканском интерактивном радио «Голос Азии» продолжается новый сезон радиоквеста «Замес майонез». Кто сегодня стал лучшим и забрал приз квеста? В качестве подарка крем для рук и ночник от магазина бытовой химии «Химтоп» на Юнокурседе 103/2. Конечно, тот, кто первым разгадал загадку и приехал на искомое место. Сегодня эта загадка была слишком простой. Речь шла о довольно популярном месте. Вот и загадка. Там виноградная лоза, и солнце ярко-ярко светит. Там ищи ты оператора глаза. Он на немой вопрос готов ответить. Пусть заблестит от радости слеза, и будут счастливы и вы, и ваши дети. Чтобы и вам принять участие в квесте, достаточно слушать радиостанцию «Голос Азии» ежедневно по будням с 13 до 14 часов. Ведущие объяснят все правила и расскажут, кто является партнером конкурса. На этой неделе победители получают подарки от магазина специализированной бытовой химии «Химтоп». Михаил.
меха дивные, меха чудные, настоящая золотая пушнина. И совсем не за горами. В Кызыл приехала меховая выставка «Ангелина Сэм» с новейшей коллекцией «Зима-2019». Современность пестрит обилием, а вы по-прежнему находитесь в поисках той самой шубы мечты? Тогда вам точно сюда. Выставка «Ангелина Сэм» – это огромный ассортимент эксклюзивных моделей шуб по привлекательным ценам. Остроган, норка, мутон, лиса, нутрия и бобер. Всего более 10 видов меха. Размерный ряд также не оставляет равнодушным – от 38 и до 74. Быть может, именно здесь вас ждет то самое идеальное зимнее одеяние или изысканный головной убор по привлекательной цене. Шага ведущая «Ангелина Сэм» – фабрика за шубы. И еще, не стоит откладывать покупку, если вы уже выбрали подходящий вариант, но временно не располагаете необходимой суммой. На выставке всегда можно оформить рассрочку или кредит в любом из банков-партнеров. Приходите на выставку шуб «Ангелина Сэм», и вы увидите, высокая мода и качество доступно каждому. Торговый дом ЦУМ, цокольный этаж, улица Тувинских добровольцев, 22, с 22 января по 27 января включительно. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -32, -34 градуса, днем -22, -24 градуса. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам.